Трасса 101. Приветствую, в эфире «Трасса 101». Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В правительстве всерьез задумались о расширении полномочий сотрудников ГИБДД. Законодательная инициатива уже одобрена специальной комиссией. Речь идет о том, чтобы дать дорожным полицейским право приостанавливать регистрацию неисправных автомобилей. Предположим, инспектор заметил авто с серьезной поломкой. Он сможет составить материал, обязывающий автовладельца устранить проблему в течение недели, а затем пройти техосмотр. Если этого не сделать, то нарушителю будет грозить изъятие свидетельства о регистрации, а без него пользоваться автомобилем нельзя. Трасса 101. Писем счастья за отсутствие ОСАГО и диагностической карты пока не будет. Систему обещали запустить 1 марта, но, как говорится, не судьба. Представитель руководства ГИБДД заявил, что ведомству до сих пор не удается наладить взаимодействие со страховщиками. Совместной базы у них попросту нет. Между тем, внедрением автоматической фиксации транспортных средств без автогражданки нас пугают еще с 2016 года. Тестирование системы проводили, к примеру, в Москве. За несколько месяцев там выявили порядка 700 тысяч нарушителей. Им разослали предупреждение с просьбой застраховаться. Трасса 101. А общественная организация «Союз пешеходов» потребовала снизить максимально разрешенную скорость движения транспорта вблизи переходов. Конкретную цифру активисты не называют, говоря лишь, что уменьшение скоростного режима даже на 10 км в час приведет к таким результатам, которых не добьешься вложением сотен миллионов бюджетных рублей. Также общественники указывают на жуткую статистику, согласно которой ежегодно российские водители сбивают насмерть на переходах сотни и сотни пеших участников движения. Трасса 101. Сенсация. АвтоВАЗ, повышавший за последние два года цены на свою продукцию почти полтора десятка раз, задумался о сдерживании роста стоимости. Каким образом? Предприятие собирается закупать коленчатые валы у отечественного производителя. Правда, такого завода еще нет. Его, сообщает российская газета, запустят в Воронеже, предположительно, летом 2022 года. Этими же валами якобы будут комплектоваться двигатели для автомобилей Hyundai. Трасса 101. Кстати, Hyundai на днях презентовала еще одну новинку для России. Это минивэн «Стария». Кузов машины выполнен в необычном футуристическом стиле. На дороге авто выглядит как космический корабль. Цены на модель начинаются от 3 миллионов рублей. Количество мест – 7, либо 8. Двигатели бензиновый, 249-сильный, либо дизельный, 177-сильный. В первом случае привод передний, во втором – полный. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Трасса 101». До свидания. «Трасса 101».